Коллеги, рядом со мной Светлана Ерохина, компания «Светофор». Здравствуйте. Здравствуйте. Вы производитель припак дисплеев. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Ну, это новый инструмент для захода в сеть. То есть если у вас товар еще не присутствует в торговой сети, то сейчас отличная возможность, особенно после того, как международные компании ушли с рынка, отличная возможность встать в магазин на припаках. Припак – это картонная стойка, которую вы наполняете товаром у себя на складе, либо у капакера, либо мы можем это сделать, и поставляете товар как в упаковке в этой стойке. То есть товар в стойке приходит в магазин, в магазине снимают верхнюю упаковку, и опа, товар стоит на полках, не занимая драгоценное место у сетки на полке. Вы можете поставить любое количество SKU, которое вы согласуете с сеткой. И мы, получается, не должны на месте, куда мы все это дело везем, на полках резервировать место отдельно, объяснять людям, как все это нужно выкладывать, уже едет все красиво, правильно, как нужно. Да, то как, поедет так, как вы согласуете с торговой сетью. И зачастую очень сложно дополнительное место на полке в сети получить, поэтому сеть заинтересована в увеличении продаж с квадратного метра, и вы, получается, не занимая их полок, не занимая их мерчендайзеров, поставляете товар. Уверяю вас, сеть очень приветствует такие проекты. Особенно, если они будут еще и из перерабатываемого материала. Это крайне важно. Вот сейчас особенно для магнита. Замечательно. Расскажите, пожалуйста, производители должны все больше обращать внимание на такой вариант подачи своей продукции, чтобы ритейлеры обратили на них внимание. Расскажите уже, кто уже ваши партнеры, с кем вы уже работаете? Ну, до всем известных событий основными клиентами, партнерами были международные компании. То есть они активны в маркетинге, у них раньше были это рекламные стойки, которые они собирали в магазины, а сейчас они уже с сетями в контрактах, именно поставка на припаках. После того, как западные компании международные получили запрет сверху на рекламу своей продукции, то сейчас у нас российские клиенты являются там основными. Ну, например, могу привести пример. Сейчас, я думаю, уже не секрет, это уже встает в сеть. Компания Bedplast – это производители пластиковых контейнеров, посуды, каких-то товаров для дома, для кухни. И место на полках для такого товара найти сложно, но либо он будет в корзины насыпан россыпью, и тоже потребителю неудобно. И вот клиент договорился с компанией «Магнит» с сетью, и они во всей географии «Магнита» встают, обеспечивая продажи и присутствие своего товара во всех магазинах сети. Сплошные плюсы. Едет уже правильно, мерчендайзеров мы не трогаем, полки не занимаем, при этом при всем полностью весь ассортимент, какой нам нужен, у сети есть. Да. Более того, отношения с сетью тоже улучшаются, потому что сеть так культуру поставки на припаках очень приветствует. Коллеги, вы слышали? Припак-дисплеи – это путь к развитию своего бизнеса. Да, и это просто. Очень часто поставщики сетей думают, что это очень сложно. Обращайтесь к профессионалам, и, в общем-то, все заботы мы на себя возьмем. Мы знаем, что хотят сети и их требования. Компания «Светофор». Спасибо. Спасибо.